кажется, до того, как мы вели в счете, все было под контролем у нас. Потому что пошло не так, и все, и пенальти, и все, и пошло по накатанной. Такого плана не было, играли все максимум свой, и так получилось. Забили только вот, то, что забили, и все. А проиграли, нет никакого позитива. Сначала забили гол, кстати, ну, со стандарта. Хорошая подача на дальнюю, плюс диалогом. Вот, ну, гол пропустили как-то быстро, мне кажется, с подбора. Что-то, трикошет залетело, ну, то есть в перерыве поговорили. Тренер указал на ошибки, которые присутствовали. Вот, со второго тайма вроде бы выдерживали все, ну, то есть уже соперник как бы уже отчаянно играл все время в острую, все, то есть что-то у них все-таки не получалось, выходило с рук, как бы все шло по плану, но в итоге пропустили, как, то есть пенальти какой-то, то есть подачу, рикошет, рука, пенальти. Как бы, мне кажется, что в первом тайме тоже была рука, то есть не поставилась арбитр, ну, как бы это его право. Саню Мигунова, то есть тоже как бы подняли без разминки, то есть тоже свой какой-то отпечаток наложил человек, то есть как бы думал, что выйдет, ну, со второго тайма, то есть, ну, в итоге таких сразу произошли корректировки, то есть, ну, да, как бы несло коррективы однозначно, то есть мне пришлось сместиться, то есть, ну, ничего страшного, как бы, в принципе, прошлую игру со Слуцком тоже на этой позиции играл, как бы, позиция, в принципе, не чужая. Там момент был у Концевого, тоже мог замкнуть, то есть, не сказать бы, что во втором тайме он там шпал моментов был, я говорю, что то есть, у соперника вначале ничего так особо не получалось, то есть, ну, был брак, то есть присутствовал. Ну, у нас, конечно, очень много браков было, то есть, ну, как бы, по моментам, да, не проигрывали, ну, хотя 4 как бы пропущенных немножко и многовато. Понятно, что там в конце раскрылись, могли еще больше получить, но 4 мяча, кажется, чуть многовато получилось.